Друзья, всем еще раз привет из города Богучар. 17 ноября, воскресенье. Мы остановились в прекрасной гостинице «Мечта». Отель 2 звезды в городе Богучар. Сейчас сделаем небольшой обзорчик. Наш автомобиль готов к дальнейшим путешествиям. А мы погнали. Посмотрим отель. В отеле очень чисто, уютно. Есть кулер, интересные картинки. Угадайте, что это? Конечно, Крым, Ласточкино гнездо. У нас номер на втором этаже. Шестой номер с двухспальной кроватью. Чистенько, уютно, людей немного. Заходим. Друзья, ну что, обзорчик номера. С Ольгой Викторовной мы провели ночь в этом отеле. Ольга Викторовна передает привет. Уютный номерочек, есть телевизор, большая двухспальная кровать, тумбочки, кондиционер и батарея отопления. В номере очень тепло и комфортно. Ольга Викторовна на отдыхе, кайфует, отдыхает. Есть здесь рабочий стол, шкаф. Приятно, что есть чайничек. И здесь холодильник. Холодильник «Бирюза». Маленький, но если что-то охладить, вполне то. Есть шкафчик, Ольге Викторовне нравится. Мебель хорошая, новая. Все свежо, есть куда поставить вещи, сложить, повесить, ну и зеркальце. Большой весь рост. Друзья, всем приветики. И Ольга Викторовна сейчас нам покажет ванную комнату. Ванная комната. Здесь вся сантехника не очень дорогая, но новая. Новое, чистое. Все очень чисто. Какие, кажется, мелочи. Вот это все сияет. Фен хорошо работает. Есть фен, еще и рабочий. Мощный фен. Такие здесь тоже новые вешалочки. Все как всегда. Все работает. Хорошая сантехника. Друзья, на самом деле все есть, все чисто. Горячая вода, хороший напор. Принять душик, освежиться. Реально чистая сантехника. Все чисто, все хорошо, уютно. Нам понравилось. Друзья, вид из окна на ДСАФ. И слышно, как шумит трасса М4 Дон. Совсем рядышком. Но в целом все хорошо. Вот там вдалеке трасса бурлит, кипит. Гоняют грузовики. Это уже М4 Дон. Ольга Викторовна, вам понравилось в этом отеле? Здесь хорошо спится, достаточно удобная постель, то что чисто и более-менее свежо, я имею в виду по ремонту, по мебели, это очень приятно, очень тепло. Отлично. Сейчас за окном у нас середина ноября, поэтому на улице не очень тепло, здесь комфортно. А нам еще здесь понравилось кафе на первом этаже, в гостинице есть кафе, очень вкусно кормят. Вчера мы поели супчики, очень супчики хорошие, а сегодня вкусный завтрак. Если будет возможность, вы вернетесь в этот отель? Рекомендуете подписчикам? Конечно, если вы проездом по трассе М4 Дон, то, конечно, останавливайтесь здесь. Здесь чисто, уютно и вкусно. Спасибо за отзыв. Друзья, действительно классный отель. За двоих в сутки заплатили 3000 рублей. Бронировали напрямую на сайте. Все понравилось. Отличный Wi-Fi, отличный номер. Тепло, уютно. Есть кафешка с 6 до 10 вечера. Все великолепно. Рекомендуем. Все, друзья, мы погнали дальше. Вам приветики. До новых видео, до встреч. Счастливки.